Я вас хорошо вижу. Вижу у вас наушники в уши воткнутые. Да, да, так, да. Я сразу скажу, что у нас все записывается и выставляется в интернет. Вы не... Я не против. Я слушаю, расскажите, кто вы и откуда? Звать Сергей Любин. Живу в Нью-Йорке, в Бруклине. Православный. Понятно. Я в Нью-Йорке был в Синоде в 92-м году. Да, да. Я знаю, вас все вас помнят. Я был в Джордан-Вилле, и там матушки вас помнят. Там есть женский скит. Ну, там духовная семинария находится. И женский скит там находится. И одна матушка, прихожанка, монахиня, мне тогда сказала: а вот есть такой Игнатий Лапкин. Я думаю, кто такой, что, наверное, совсем у нее с головой не в порядке. Думаю, кто такой? И так и прошло время. А потом вот один раз увидел, второй раз увидел, ну так увлекся. Такой человек, пламя просто. Вот, так я проникся. Ну хорошо, о себе. Живу я в Америке уже 20 лет, сам я из Молдавии, город Бендеры. Кстати, я как-то видел ваши ролики, и там как-то проскочило слово Бендеры. Вы там не бывали случайно? Бывал, никак... выступал там я. Ага, вот. Это путь моего миссионерского путешествия. Там я выступал, да, у баптистов, с православными встречался. Ну, в более ранние годы. Ага. А вы знаете, что там есть староверческая церковь, церквуха маленькая такая? Так, туда не приходилось сходить, но мне все это рассказали они. Да. А мне просто детство так пересеклось. Когда-то давно я еще не верил, ничего не знал про это. Ну, как все пионеры-школьники. И мы зашли туда, а нам говорят, и такая большая книга. Вот, и... Ну, по всей видимости, Святое Писание было. Они говорят: хотите почитать? Вот. А я говорю: да, конечно, желаем. Они говорят: ну, надо помолиться. А у меня такой страх был перед сектантством, такое все. Еще тогда показали фильм про свидетелей Иеговы, молдавский, я забыл, как он называется. Кажется, «Армагеддон» называется. Именно против свидетелей Иеговы. И мне вот страх перед сектантством, такое все. Я говорю: не, молиться не буду. И так вот и разошлось мое. Это вот все с религией. Вот. Ну а так, был крещен, как крещен, не знаю. В детстве меня мать покрестила. Вот, у нас есть православный собор там в Бендерах. Вот, Преображенский собор. И как, я не знаю, полное погружение или нет, я не знаю. Наверное, по всей видимости, просто помочили меня, да и все. Вот, как это и всегда было, собственно говоря. Вот. Ну, что еще о себе? Как верующий человек, я не скажу, что я такой страстный православный, что я что-то соблюдаю. В этом я должен признаться. Но истинно верю, что именно православие и Господь Бог, Иисус Христос, наш Спаситель, и именно это мое направление. Долгое время я шел к истине, сначала увлекся, просто читал Библию, вот, по образованию, у меня медицинское образование, я медбрат, вот, и мне первое, что попалось в Святом Писании, это я очень люблю людей лечить, и меня так вот вдохновило это, я как прочитал, где Иисус Христос излечивает людей, раз приказ, о, и я так хочу. А как же мне так? И вот с того момента началось мое изучение Святого Писания. Естественно, Евангелие. Вот, я читал, много было непонятно. Вот, ну, вот начался мой путь. И я к баптистам стал больше обращаться, к адвентистам седьмого дня, к пятидесятникам. И похаживал к ним, смотрел там, интересовался. А потом судьба свела меня со свидетелями Иеговы. И я начал посещать их собрания глубже. И дошло до того, что, что я уже конкретно уверовал и стал готовиться к крещению.
Вот. И дали мне человека. Ну, если вы знаете, как это происходит, когда человек собирается креститься, то он должен пройти определенный путь. Он должен ответить на определенные вопросы и должен признаться, покаяться. Вот. И со мной был человек, который занимался, вот это паренек молодой, он, что интересно, он 5 лет отсидел за веру. Вот он не, вы знаете, что свидетели Иеговы не одевают форму армейскую, и вот он отказался присягать, и он 5 лет на наркозоне отсидел. Вот. Ну, короче, принял крещение в Одессе на конгрессе. И долгое время я... Связь есть? Да, нет, я от вас вижу. Слышу, хорошо. Да. Вот. И я принял крещение в городе Одессе. Вот. На тот момент я стал фактически свидетелем Иеговы. Вот. И я проповедовал, занимался проповедованием так же, как все христиане, которым подобает это быть. Но потом у нас, если знаете, в курсе, произошла перестройка и война. В Бендерах, в Приднестровье была Приднестровская война. Вот. И я там участвовал, вот, раненых лечил. Вот. А сразу же после войны я уехал в Америку. Так получилось. Вот. И вот я уже в Америке уже 20 лет. И продолжал заниматься я проповедованием, был свидетелем Иеговы. Вот. Но что-то меня начало гложить, вот. Что-то не так, что-то я не к тому стремлюсь. Все мне нравилось. Свидетели Иеговы, они очень хорошо изучают Библию, очень ревностные служители. Вот. Но началось, как ни смешно, с бороды. Вот. Я должен был подготовить речь на собрании, и у меня была борода. Я ее очень люблю, не знаю, что-то вот мне подсказывало, что вот надо с бородой быть, как похожим на Иисуса Христа. Это вот. И они говорят, ты не можешь бороду иметь. Если ты бороду не уберешь, то мы тебе не разрешим речь произносить на собрании. Я говорю, ну как же так? Даже руководитель Рассел, ну, у свидетеля Иеговы был такой движущий наставник Рассел, и у него даже бородка была. Но это было такое время, и тогда можно было. Вот. А сейчас нет. Те, у кого борода, вот, они выглядят как бомжи, они как преступники. Мы должны нести... хорошее это вот отношение к людям, чтобы люди нас не боялись. Вот, в общем, короче, или ты сбриваешь бороду, или мы тебе не разрешаем речь на собрании. Я готовился, все взял, побрил с боков, оставил такую бородочку, думаю, пойду на хитрость. Вот, и, короче, прихожу, и они мне принципиально не пустили на эту речь. На собрании дали какому-то мальчику, и мне как-то это задело, и вот с тех пор вот когда трещина пошла, я вот все, а почему так, а почему это, там есть вопрос переливания крови, потом глубже стал изучать, вот, и смотрю, сначала у них был крест, потом они крест отрицают, говорят, что Иисус Христос был распят на древе, на столбе, руки вот так вот. И много было вопросов, с которыми я был не согласен. Иконы это вообще, конечно же, там было, это вот, это все идолопоклонничество. Вот, и, короче, отошел я. Отошел, вот, все, ну, я как отошел? Я не заявил, что вот не хочу с вами общего ничего иметь, а просто не стал ходить на собрания. И просто стал больше сам заниматься Библией, изучать ее, вот, и все. Вот. И, а постепенно больше к церкви. И вот познакомился
с батюшкой. Отец Всеволод, вы, наверное, не были там, в Квинси. Православный собор есть, маленький такой, больше всего как молебенный дом, ему уже 100 лет. И РПЦЗ там православная церковь, отец Всеволод. И я вот стал посещать, вот сейчас вот на данный момент я прихожанин этой церкви. Вы меня слышите, нет? Да, я слышу вас. Это фамилия его Дутиков? Дутиков, да, Всеволод Дутиков, да. И матушка Дутикова. И брат мой у него был, отец Аким. А, хорошо, очень приятно. Вас помнят там, вас хорошо отзываются, вас любят очень. Прошел впереди, перед моим приездом, фильм о нас сняли. Ага. В нем принимаю предчувствие. Фильм о православии документальный. Да. В всемирном конкурсе он занял первое место. Надо будет посмотреть обязательно. А на нашем форуме есть, на нашем сайте. Он есть, правда, не в хорошем качестве, потому что оригинал не дают, а мы так это видеозаписи сделали. А второй фильм «Златоуст из Потеряевки» конкретно он занял первое место в России. Посмотрю обязательно. Всего не успеваю. Игнатий Тихонович, я как с ума сошел. Вы уж простите, что я вас хвалю все время, но вы такой человек. Ну просто вы учитель мой. Дай вам Бог здоровья и долгих лет жизни. Потому что это просто вы как источник, я жаждущий, и я его нашел. Уж поверьте мне, что тоже я не глупец, какой там сегодня узнал истину и все. Долго я шел к ней, и много изучал, и читал. И вот чувствовал, что православие это то, что надо, от моих предков, потому что у меня вот по отцу, видно, священники были, но, видать, Сталин загубил эту ветку. И у меня священники были по отцу, по всей видимости, они, наверное, были какие-то еврейские выкресты. Вот. И он сам отец у меня из Москвы, с Подмосковья. И там, короче, когда он был священником, его куда-то сослали, и он канул, так и не знаю про него ничего. И что вот мое вот православие у меня в сердце внутри находится, видно, генетически. Вот, поэтому я как услышал о вас, вот слушаю просто, как иногда жена мне даже замечание делает, ты совсем с ума сошел. Вот, все увлекаешься, Игнатий. Он, конечно, хороший, он молодец, вот, но ты чересчур много и уделяешь ему внимания. А я не могу, я как дорвался, как пустыни до воды. Вот, слушаю. И иногда вот у меня тут вопросы есть, которые буду спрашивать вас. Вот, ну, подожди, ага. Маленько. Мы сейчас поговорим. Может быть, у меня брат придет с работы. Ну, хоть маленько снимет, чтобы мне это разбавить было. Дело вот что. Да, не проблема, конечно. Ну, как я был в Америке. В Америке. Я ездил там, а меня сразу забрали в Сан-Франциско, это, потом в Лос-Анджелес я жил. Да. Вот. Ну и каждый раз меня спрашивали, понравилось, не понравилось. Я отвечал, не понравилось. Не понравилось. Ну и когда меня отправили в Жарданвиль, а там монахи ночью, а я жил у Владимира Русака. Дьякон был такой. Это вот там есть такие домики, и там озера по бокам. Это где-то, наверное, недалеко. Вот. Он написал как раз «Пир сатаны» книгу. Ага. Свидетель за обвинение. Владимир Цак. Он был диаконом. А потом патриарх Алексей II там был, его переманул из зарубежной церкви. Он сейчас, кажется, преподает тут в семинаре, может, в академии. Сейчас я не знаю. Но я у него жил, а от него там недалеко до монастыря. Ну и потом, я понял. Когда я вернулся уже в Синод, меня снова, как я говорю, вот теперь мне понравилось. Ой, мне тоже там понравилось. Вы знаете, что там и Ростропович этот жил? Я считал. С Вишневской, я видел эту дачу. Вот, но меня это не интересовало. Меня интересовало то, как люди эти верят во Христа. Ну как, вот так. С семинаристами, со священниками. Ага. И
предложил им беседу. Называется так: «Будущее русской эмиграции во свете священника». Будущее. Это их интересовало. Они сделали везде объявления. Ну и мне пришлось выступить перед... Внимание потом стоит в этом центральном журнале «Православная Русь». Это все посвящается. Очень лестные слова. Там были китайцы, корейцы с этими поляки, с переводчиками. Я говорил по-русски. Я опоздал в Америку. Я когда-то много занимался языками, сам изучил английский, немецкий, французский. Мне это нравится. Я не знаю. Вот. Эти отношения были с митрополитом Виталием. Мы в одном месте были, и мне там предоставили слово, а он среди слушателей был. И когда я выступал, в это время вот так молодой юноша сбежал, а высокая такая паперть, где находится, ну как сцена сказать. У меня микрофон из рук взял и говорит: вот я вам говорил, вот теперь вы слышите, что говорит Россия вам. И опять в зал сбежал. Вот видите, когда... Не угождал, я старался сказать так, как говорит Священное Писание. Я 53 года назад обратился, получил Библию среди пятидесятников. Но ни одного дня я не был ни баптистом, ни пятидесятником. Вот с иеговистами, вы называли, светили его, я сидел с ними в лагере. Им давали по 3 года за то, что не служат в армии. А что 5 лет, я не знаю. Хорошие ребята, все. Но вера у них сплошное заблуждение. Да знаю. И где у них теперь не сходится, они Библию сейчас эту православную отвергли, а всемирный перевод. А там ничего нету из Библии-то. Это все выдумка. Ну, вы же понимаете, что они, основа у них имя Иегова. Вот. И они считают, что в Святом Писании оно должно находиться там, где оно находилось, вот эта транскрипция. Поэтому у них перевод, новый перевод Библии. Они полностью его перепечатали. Но что самое интересное, они все время тянут с переводом русского языка. На все языки они перевели, а на русский они еще не перевели. Но мы не будем тратить время на них, потому что... Не перевели, перевели, только они слово «перевели» имеет смысл испортить. Там ничего нету от нашей. Где написано «три свидетельствуют на небе», они говорят «два». Где говорится «сущий над всем Бог», он говорит, а он показал себя. То есть все это выдумка. Конечно, ничего, конечно. И даже нельзя назвать сектой православной. Это чисто от сатаны. Все извращено. Игнатий Тихонович, я даже хочу сказать, что они, у меня такое ощущение, что они работают на спецслужбы. Есть такое подозрение у меня. Уж поверьте мне, я так глубоко это все изучал. На сатану работают. Вот. Я чтобы еще не забыть, я вот хотел сказать вам, что помните, у вас был конфликт с одним батюшкой, священником, вы его еще магнитофоном обозвали, помните? Да, я его не так и не увидал. Да. Ян Коган. Да, что я хочу сказать, я много времени, у меня медицинское образование, медбрат я, и я работал в психушке, вот, и у меня был доступ к секретной информации, к секретным документам по гипнозу, по психотерапии. Так вот, этот товарищ, который с вами общался, он воспользовался гипнозом. Я 90% утверждаю, что там был гипноз, потому что я сам, когда его слушал, я поплыл просто. Там было воздействие гипноза. Я точно не скажу, какое. Кажется, эриксоновский гипноз был. Так что вот такое дело. Это не столь важно, но может быть и важно, потому что гипноз — это грех. И придаю никакого значения, потому что Да. Мы ограждены. На нас никак не влияет это. Естественно, да. Я знаю, что вы сильный человек. У меня было в Москве такое. Один человек сильно увлекся, там Рерих, там все Блаватское, ну прочее путь это. Ну, поехали в Москву, и он говорит, вот тут самый человек, который обладает очень сильной этой энергетикой, можно встретиться. Ну, я говорю, пойдем к нему. И вот интересно, мы к нему дверь открыли, и что я с ним сделал? Окно, и выпрыгнул в окно. Этот главный колдун-то у них. Мы его уже догнали в парк. И он на нас не смотрит, пола опустил. А почему выпрыгнул-то? Мы так и не поняли, почему он вдруг... Не к нам подошел, поздоровался, распахнул окно и выпрыгнул в сад. Ну вот так вот. Так же, как и мальчишка этот, который к вам через забор перелез. Вот я с ним стал говорить. А он так набычился и говорит: а вы знаете, с кем вы говорите? Я говорю, я не знаю вас. Мне сказали, с вами можно побеседовать. А вы послушайте этот разговор.
Я говорю, перекрестился, сила крестная с нами, Господь Иисус Христос. Он развернулся и ни под каким видом не стал разговаривать. Конечно, конечно. Я просто, почему вот вы немножечко это вот сразу срубили этот разговор, отмели, но просто гипноз, он имеет очень сильный грех. Это человек входит в состав, в состояние транса. Вот. Вот почему вы еще не любите сон? Вот интересно, вот не спи, говорит. Или как Иисус Христос говорил, не спите, не спите. А все спали его ученики перед тем, как его предать. Вот. Так сон, это гипноз, это сон. Несколько стадий сна. Вот. И я когда слушал этого человека, который вам там, а он так сладко пел, так сладко, так интересно говорил. А у меня когда-то я был под воздействием гипноза. Я когда-то был в Одессе, сразу после армии приехал и сдавал экзамен в театральное училище. И один экзамен сдал, второй экзамен сдал, третий экзамен сдал, а последний экзамен сдал плохо. И не знаю, поступил, не поступил, и в таком состоянии, в плохом я выхожу, а ко мне цыганка, раз, ой, дорогой, красивый, дай я тебе погадаю, а у меня было пару рублей в кармане, я говорю, на, уйди только, не мешай мне. Она, я тебе бесплатно погадаю, и ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля, и ввела меня в транс, понимаете? И я пошел, поплыл, а она... Дай деньги, дай деньги, вот так. А я, у меня нет денег. Я тогда по-настоящему ощутил, что такое гипноз. Вот, и милиционер подскакивает к ней и прям по мордам ей. Бах, я тебе сказал здесь не работать. И у меня просветление сразу же. Вот. Это тогда еще я был совсем молодой, и я не знал, что такое гипноз. А потом, когда я уже начал изучать, вот, медициной стал заниматься, тогда я понял, что такое настоящий гипноз и что такое. А потом уже, когда я и Библию стал читать, и где там написано четко, что гипноз – это грех. Нельзя. Чревовещатели, колдуны – это нельзя, короче. Вот. Так вот этот человек, он пытался ввести в гипноз. Ну все, не будем об этом. Я жил когда-то в Пензе, я громко говорю, я глухой. Плохо. Отлично. Я очень хорошо, что вы говорите громко. Там цыгане. Большой как ЦУМ, большой магазин такой, кажется, два этажа. И они подошли. Я хотела тебе рассказать. Я говорю, нет, ты слушай внимательно, я тебе расскажу. И стал ей говорить. Вы посмотрели, что с ними было. Теперь, когда я заходил туда, в магазин, там с братом, а они там прям в магазине работают. Как только меня увидят, они бегом прятались за колонны. И оттуда выглядывали из-за колонны. Боятся. Иисус Христос, сила его велика. На них паника нашла. Меня психиатрия держала на учете 26 лет. Ну вот. Это времена Хрущева было, когда он сказал, у нас нет политзаключенных, а есть сумасшедшие. А кололи вас там, Игнатий Тихонович? Когда там был, кололи, все, они навешали такие галифе, что только отрекись от Бога. Мы сделаем, что ты с ума сошел. Тут действительно меня уже задело. Но я мог... они ничего не могли сделать. И так, гипнотизеры были. Вот в прошлом году мы были вот в Греции. В Греции, говорю, в Турции. Да. Там схватили целая мафия. Деньги начали, вот сколько требуется, чего там, нас машину заблокировали, никак. Я сказал, не трогайте. Мы встали на молитву. Нас десятки тысяч турок видели. Мы 12 часов пробыли на молитве. И когда они уже менялись, эти, которые нас спасли, там, мафиозные, я слышу, один проходит и говорит, этих нам не взять. Конечно. Нам сразу турчанки стали подносить, там чай выпить. Начальство расположилось напротив полиции, все на нашу сторону. Открыли дверь, и мы поехали. Но мы подарки, конечно, сделали книгами. Книгами. У меня Новый Завет изданный, в нем 240 иллюстраций. Цветных. Полное толкование впервые за 2000 лет вышло. С откровением. Толкование по святым отцам. Такого за 2000 лет не сдавали. Они подарили. Я... 38 томов. Я 90% дарю библиотеке. Да, Греция, конечно, это я хочу сознаться, что прибыв сюда, в Америку, мне еще пришлось в тюрьму сесть здесь. Я и в тюрьме побывал. Я везде побывал. Вот. Ну, правда, меня оправдали, и батюшка приходил, просил за меня.
Вот. Но факт оказывается фактом. Вот. От тюрьмы, от сумы не зарекайся. Да. Вот. И мне как-то сон приснился перед этим, что я убегаю, за мной полиция гонится. Вот. И я спасаюсь, убегаю. Вот. А я добропорядочный, не особо не грешу. Вот. И просыпаюсь утром, жене говорю: Лариса, такой у меня сон дурацкий приснился. Я убегаю от полицейских, меня надевают наручники, я в тюрьме где-то. И представьте себе, проходит время, меня обвиняют в воровстве, вот, и сажают в тюрьму. И не как-нибудь, а под пистолетом. И я познал, что такое тюрьма, и это вот. Ну, там ситуация была такая, что я купил машину и расписку не взял. И поссорился, поругался с человеком, который это все оформлял. И слово за слово, мне-то надо было смириться, да и по-доброму решить вопрос. А я взял, знал, что он сидел когда-то, и я его взял, обозвал плохим словом, сами понимаете каким. И думал, что он придет, и я ему морду набью. А этот подонок пошел в полицию и сказал, что я эту машину угнал. Вот. И вот так вот за мной начали гоняться полицейские, говорят: отдай машину. Я говорю: машина моя, она принадлежит мне. Они говорят: докажи. Вот. А я говорю: доказательства нету. И меня, короче, в один прекрасный день взяли и арестовали. Посадили. И я все эти счастливые дни в тюряге ощутил. Меня переодели. И вот там-то я увидел по-настоящему, что такое неволя. А я человек, который любит волю всей своей душой. И ни одной секунды у меня не было, чтобы вот мысли о побеге. Вот такой вот дурной человек. Люблю волю очень. Вот. И там я вот переодели меня вот в тюремную робу. Цепь мне повесили по рукам, по ногам сковали. Вот. И вот так вот. Ну, потом, правда, меня оправдали. Но факт остается фактом, что так уж Богу было угодно, чтобы я ощутил, что такое тюрьма. Вот. И самое интересное, что я попал на Пасху в тюрьму. Вот. А с меня крест сняли. Вот. И я объявил голодовку: отдайте крест обратно. Вот. А начальник тюрьмы был, у него жена русская, православная. Вот. И как из тюрьмы так выглядываешь, и там православный храм. Я сидел Саммервилле в Нью-Джерси. Вот. Ну, пусть и это забудется. Вот такая вот у меня была история. Игнатий Тихонович, я могу вопросы задавать? Да, но я сначала вопрос задам. Вы на нашем сайте бываете? Сайт? На сайте бываю, да. Называется «Восточная еще... Библия». Да. А на форуме? На форуме нет еще, не участвовал. И в моем... в мой мир тоже... Я вам, мой мир. Я вам скину сразу здесь же, вот в скайпе, данные. Хорошо. Угу. Вот так, давайте, вопрос. Так. Игнатий Тихонович, как вы относитесь, вот есть такое русское правило. Вот знаете, что это такое? Не знаю, говорите. Может быть, ударение не там делаете? Правило? Нет, тут там ударение там делаю. Это... русское народное такое лечение, оно растягивает на это, веревками растягивает за руки и за ноги, чтобы позвоночник в порядок привести. Нет, вы это хотите для меня? Это не получится. Нет, не хочу я для вас. Вам ничего не надо. Врачи, да? У меня нельзя лечить. Нельзя. У меня еще... Понял. Дополнительное. Вот. Потом... Вот есть такой, написал книгу Юрий Юрьевич Никулин о войне. Не читали? Не читал. Что там? Правда или нет? Не знаю, не читал. А, не читали? Я не читал ее, нет. Ага. Вот. Потом, что касается... Конкретно? Да. Что-то спросите конкретно, какие-то события или что? Да. Не, я просто прочитал эту книгу, она мне очень там... Это просто надо прочитать, передать невозможно. Там про войну, именно весь страх войны описан там. И многие говорят, что врун, обманщик, и не так это все было. Потому что там есть такое место, где Жуков
едет, допустим, уже в Берлине, его обгоняет солдат какой-то на машине. Он нагоняет его, его вытаскивают из машины, избивают. И этот Жуков говорит: избить его и обоссать. И все. Что, не знаешь, кто едет, ты его не можешь обгонять. Ну, это вот так и есть. Жуков, его изречение во всем интернете, он говорил: солдат не жалеть, бабы новых нарожают. Ну, это да, я знаю. Руководитель. Вот. Ну, если будет возможность, почитайте. Юрий Юрьевич Никулин «О войне». Вот. Ну, очень интересно. Вот. Виктор хорошо написал там «Забытые и проклятые». Угу. Очень подробно. Потом, вот у меня, что касается бороды, вопрос. Да. Вот. Я занимаюсь подводной охотой, увлечение у меня такое. И там вот, когда маску надеваешь, она с носом соединяется. И если ты глубже уходишь, то если есть волос вот здесь под носом, то он, вода проникает и бьет нос. Вот. И я вынужден просто при погружении подрезать себе вот тут чуть-чуть. Подрезайте, не меряйте. Прекратите лазить под воду, иначе вас там ждет смерть. И все на этом. Ага. Форма незаменима. Это Бог, а это ваша человеческая прихоть. Ага, понял. Под воду уходят, может быть, 11 000, а то и того меньше. А борода с каждого Бог дал. Бог дал, и она не прикасает. И не трогает. Да, знаете, я задал вопрос, а был уверен все равно. Ваша сила вашей придерживания правил Божьих, это, конечно, безукоризненное. Это даже я и не сомневался в другом ответе. Тем более сейчас изобрели такой силикон, смазываешь, и маска примыкает плотно. Поэтому бриться уже не надо. Правда, я еще не испытывал это. Ну, не буду, конечно, бриться. Вот как видите, я вот недавно ездил на отдых с семьей, и там нырял, и усики себе сбрил, вот, а бороду оставил, вот, а сейчас... Меня подготавливали к операции, врачи зашли и говорят: теперь наркоз дается через рот, там, газом каким-то. Шанта, нужно волосы убрать. Я говорю: тогда операция отменяется. Они: нет, мы сделаем. И все сделали как надо. Но... Слава Иисусу Христу. Я был в армии, правильно. В армии даже, и то был с бородою. В заключении с бородою. И нигде мне никто не сделал препятствия. Когда уже в лагерь попал, там уже... Все правильно. Все правильно. А так. Я не венчанный. Вот. Мы с женой только расписались. Венчаться надо, да? Знаете, церковь, любой брак... Если он невенчанно рассматривает как блуд. Ага. И нас эта мера должна очень останавливать. Узнать, что был ли женатый, живой, нет, муж, венчана, невенчана. И, конечно, надо повенчать. Ага. Одним словом, православные, все вопросы снимаются. Я должен принять все как есть. Игнатий Тихонович, а какая-то должна быть подготовка к венчанию? Или вот так сходу пришел к батюшке, вот, к Владиславу Дутикову? Вы должны сказать, что это ваша законная жена. А... Что у нее нет живого мужа. Если у нее живой муж, вы не имеете права жениться. Вы два прелюбодея будете уже. А прелюбодея и блудник – это разное. Блудник тот же грех делает, отлучается, допустим, на 6 лет. А у него жены нету, блудник. А прелюбодея, когда жена есть, он отлучается, допустим, на 8 лет. После того, как прекратит грех, он еще 8 лет не будет причащаться. Понятно. Значит, мне подойти к батюшке... И рассказать семейное положение. Понял. Спасибо большое. Да. Ваша помощь неоценима. Чтобы у вас это было желательно, конечно, если жена вам доверяет, то это можно после сделать. Ну, тут называется ЗАГС. В ЗАГСе у нас. В Америке не знаю, как там. В Америке там просто приходишь под флаг, и мы же по советским законам расписаны. Ну все, повенчаться обязательно надо. Вот, потому что там еще такая ситуация. Жена была вообще не крещенная. Она крестилась где-то лет 7-8 назад, уже в взрослом возрасте. А до этого она вообще не верила. Она комсомолка.
Это жуть какая-то. У меня это отдельная история была. У нее отец коммуняка такой жуткий, замполит. И я как только ударился в религию и вот начал изучать, все-таки такие скандалы были дома. Меня из дома выгоняли, что только не было. Вот. И с ней разрыв пошел. Она говорит, ты что, ненормальный, в какого-то Иисусика веришь? Да? И, ну, не буду пересказывать, какие были обвинения. Ну, жизнь была тяжелая очень. А вот сюда она в Америку приехала, и человек полностью изменился. Она познакомилась с этой вот церковью. Вот ей уже скоро 100 лет будет, это вот у отца Дутикова. Вот, и начала ходить, работать там, и потихонечку она стала задумываться, и потом поехала в Бендеры, и тайно там крестилась, там не сказала, соврала, что она, когда ходила в церковь, она говорила, что, мол, я крещенная, и вот она крестилась, и сейчас вот продолжает она ходить в эту церковь. Полное погружение, нет? Было полное погружение, да. Так, слушаю ваши вопросы, давайте. Угу. Так. Прошу простить за этот вопрос. Он немножечко, может быть, детский получится. Воскреснут ли любимые животные? Нет. Не воскреснут. Они будут, но только не воскреснут. Потому что у меня... Другие. Да-да. Это, допустим... Будет страус, будет слон, написано, вся тварь воздыхает. Это апостол Павел пишет в послании к римлянам. Ага. Это мы идем в рай. А в раю были все животные, которых Адам назвал. Он обладал пророческим даром. И эти животные будут, но ни о каком воскресении их речи нету. Совершенно. У них нет души, писать нечем. Они новые будут и все. Вот у меня была собака. Ну, она по моей небрежности, она попала под поезд. Охраняла, и в это время сдвинулась с места, и поезд наехал на нее. Я плакал о ней. Это ураган, что ли? Нет, ураган живой. Это я в уголовном розыске занимался. Я много чем занимался-то. Ага. Я там первое место на испытаниях. Эта собака даже не видка же, как будто человеческий разум у ней был. Она рядом спала, и вот, допустим, дома 15 квадратов-то. И я на кровать, а иногда меня долго нет, я сутки дежурю. Жена ее кормит. Она ее берет. Ну вот я ложусь спать и сказал, охраняй. Уже напротив кровать жены, она ее века не допустит. Слово охраняй — это все. Если я сказал, вот идем дорогой, полигон. Я говорю, ищи, она на меня смотрит. Что ищи? Я говорю, бутылки. И она по одной бутылке по кустам достает, я целую авоську наберу, ей мясо куплю. Если я сказал, ищи патроны, она все стреляные гильзы до одной на языке принесет. Да. Был, когда преступник ушел, это слепой след. Вот, допустим, где-то далеко, и сказали, тут человек пробежал. И она его след взяла. И дальше он бежит через кладбище, два раза переходит небольшую речушку, там ранжирный парк, бетонный колодец, и он туда залез и закрылся крышкой железной. И мы его нашли. Вытащили оттуда и обратно. Что он бросал, платочек, папиросы, она все достала, нашла и дала голос, я должен был взять у нее. Это очень сложная задача. Допустим, особенно когда человек стреляет, ее посылаю я, чтобы она не на него, а обошла и напала с тыла на него. С тыльной стороны, чтобы напала. И во время, когда идет у него борьба, чтобы я в это время подбежал. Тут не выскажешь сколько. Я тоже животных очень люблю. Вот, я... Двух кошек, уезжали в Америку, я двух кошек сюда привез, и мы только приехали, и тяжело было, вот, и мы заехали в такую бедную квартиру, вот, и там мышей было видимо-невидимо, и у меня эти две кошки как начали их есть все, один такой хруст только стоял, я им вискас купил, пошел в магазин, какой там вискас, они этих мышей всех вывели у нас. Вот. Кошки, я голубей держу, у меня три голубятни. Две, одна здесь. Ну и там много зерна, и приходится кошек держать. Они у меня попеременно. А кошки не нападают на голубей? Так они отдельно. Голубятня, к счастью, чердака занимают. Другой... Потому что я долгое время птичками занимался, люблю птичек, чижики, щеглы, вот это вот, ловил их постоянно.
Вот. Видишь, это голубь. Представьте, он у тебя взлетает в небо. Они все белые, голубое небо. И как они там переворачиваются. А потом он у меня на руке сидит. И это не чижик в клетке. Ну. Он целуется. Это все. У меня заснятые ролики есть здесь. Как они на руки садятся. Это большая птица, это не маленькая какая-то. И она в небо летит и возвращается. А вы клетку откройте, они все улетят. Ну... Они, если какое-то долгое время, вы же орнитологией занимались, да. Это вот, и если, допустим, особенно чижики, они очень быстро привыкают. Вот, и ты клетку открыл, и он прилетел, вернулся обратно, прилетел, вернулся обратно. Вот, их потом можно даже спаривать с канарейками. Да. Вот. Еще вопрос, вот как нам относиться к католицизму? Вроде бы как тоже христиане. Я вам отвечу так. Это церковь. Со множеством заблуждений, такие же, как мы. Ну. Поэтому у них есть рукоположение от апостольских времен, от апостола Петра. А у нас от апостола Андрея. Это настоящая церковь. Дальше григорианы, армяне, копты, сирийцы. Вот пять. Дальше все секта, и это не церковь. А нет церкви, нет спасения. Вот. Православие, католицизм, григориано, армяне, копты, сирийцы. Как к ним относиться? Рядом так, мне нужен Томский был, мы посетили. Ксенс. Я ему подарил книги, подошел, благословился у него, потому что их благословение действительное. Ныне, вот в 14 году мы были в Ватикане, папе Франциску и Венедикту я подарил книги. И вот смотрим, патриарх Кирилл подходит и благословляется, целуется у папы. Алфеев, митрополит Иларион, точно так же. Это не враги наши. Просто как сейчас Украина, русские люди. Все католики, наши братья. Конечно, есть у них заблуждения, которые никогда не примут. Сбитые бороды, это вообще никуда не годится. Ну и второе, примат, то есть главенство папы над всеми. Вот два пункта, которые совершенно неприемлемые. Они не евангельские никакие. А все понятно. Что-то расходятся, там чистилищ. Кое же молятся умерших. Дальше. А как понимать, вот у меня, когда я посещал свидетелей Иеговы, и был, у нас был такое... Очень важный термин. Верный благоразумный раб. Как это понимать? Ну а у них какой верный? Они как раз неверные и есть. Они еретики. Супер еретики. Но верный благоразумный раб. Как понимать? Верный означает верный Слову Божию. Благоразумный, то есть он все смотрит. Они посмотрели, если Христос сказал, что я с вами во все дни до скончания, то спрашивается. Да Чарльза рассказала, где была. Его не было нигде, кроме них. Они же вышли откуда? Да. До 16 века церкви нигде не было. Но это выдумка. Верный, благоразумный раб не может быть вне церкви. Он только в церкви. Вне церкви таких рабов нет. Они враги церкви, кто бы они ни были. Самое хорошее. Как говорит Киприан Карпагенский, они строят другой алтарь, другой престол, другие молитвы. И даже если они где-то в тюрьме будут, как у баптиста, умирали, и тогда это Богом не приемлется. Вот как. Угу. Мы должны мыслить категориями Священного Писания. Конечно. А вот у меня... Я вот много религий интересовался, и вот у нас есть такие здесь поселения, амиши называются. Я их видел. Вот, и они отказываются от электричества, у них холодильники даже, они дизель добавляют, вот, дизель работает, дизельная машина, и холод так, это вот, пашут рука, сахой, вот. Вот как это? Это их выбор. Если бы они были в церкви, были православными, это их выбор. Но они-то не имеют священства. Амиши, я знаю, тут фильм один, недавно мы смотрели, как там один застрелил школу, взял и перестрелял у них всех, из-за того, что у него дочь умерла. Uh-huh. Я их знаю, они с бородами, я их видел в Америке.
одеяние у них хорошее. Нравится мне. Но они не церковь. Они церковь вообще тогда выпадает. На себе они будут пахать, на тракторе не имеет значения. Это полезно для здоровья, что они делают. Но они не церковь. Не церковь. Это одна из многочисленных сект. Mm-hmm. Это истину. А вот меня зовут... я очень дружу с баптистами. Yeah. Вот. Очень хорошие люди. Нравятся мне всегда они. Добропорядочные. Нравится, как молодежь себя ведет. Как они верят в Бога очень хорошо. Вот. Ну, я не агитирую. Нет. Просто у меня очень добрые, хорошие отношения. Люблю я их посещать. Говорить с ними. И, может быть, на будущее я хотел с вами... Просьба у меня у вас, к вам есть такая. У меня есть одна очень хорошая знакомая женщина. Она была православная и переметнулась к баптистам. Очень верующий человек. Прекрасно Библию знает, разбирается. Можно было бы как-то выйти на связь вместе с ней, с вами, чтобы вы ей доказали, что иконы... Это не идолопоклонничество. Я уже и места в Библии и указываю все. Ну, никак человек не понимает. А чувствую, что должна она вернуться в православие обратно. Вот. Так, а просто... Давайте могли бы заходить не с телефона, а с компьютера, чтобы мне вас видно было. И тогда ее пригласите, чтобы я вас видел, чтобы она рядом была с вами. Угу, да, конечно, я с ней поговорю, потому что она говорит, а ты спроси его так, а ты спроси его так. А что я спрошу? Я говорю, сама спрашивай. Я все это отвечу. Но чтобы она идет к вам, чтобы у ней была бумага и карандаш. Это да, конечно, бумага, карандаш, Библия, да. Вот, все. Это не православная Библия у вас. Это у меня в русском переводе канонический, с параллельными местами. 13 книг нету здесь. Один не хватает, они их выбросили. Это не православные издания, баптисты. Это баптисты дали мне, да. У православных Библия это 77 книг. Они их выбросили, эти книги, неразумно. Да, я просто взял эту Библию, потому что торопился. У меня есть именно та Библия, какая надо. Перевод православный, синодального издания. Потому что, да, долгое время я старался выйти с вами на связь. То не подготовлен был, то еще что-то такое. Не хотелось бы забирать просто у вас свободное время, потому что я очень ценю ваше время, потому что я как человек просто не такой ценный для вас и важный, вот, как многие. Некоторые ролики я смотрю просто, ну, просто слезы радости. И молодежь как к вам тянется, и вот этот вот семья мне понравилась, парень. Уверовал и стал больше заниматься изучением Писания, а его жена начала советую вас спросить. Так мне на душу легло это разговор ваш, и вы аж тоже прослезились и говорите, сколько я ждал этого, вот именно вот такая вот, этого и ждал, что вот такие вот именно, как вы любите Бога, как вы это то, что, о чем я мечтал увидеть. А как у них сложилось, кстати, в дальнейшем? Прошу вас, а вы тут видели, что на нашем видеоканале там беседы мои с баптистами? Да, видел. В Америке? Да, видел. Там с одним беседуем, потом с другим. Да, я внимательно просмотрел это, даже несколько раз. И своим баптистам знакомым я... пересылаю именно вот эти ролики, сноски, да. Чтобы они посмотрели. Но пока еще мало. Они такие пугливые баптисты. Они, не-не-не-не, да, вот он хороший человек, но не-не-не, вот иконам поклоняться нельзя. Вот у них вот этот пунктик такой. Вот иконам это идолопоклонничество. Все, вот это вот. Вот секта, это узость взгляда на истину. Узость. Они вот смотрят и... Где это написано? Не белое изображение того, что на небе вверху. Я говорю, все. А почему 25 главу не читаете этой же книги Исход? Там написано, сделай изображение. Исход 25 глава говорит, сделай изображение. Вы запишите. Угу. Пишу. Почему, зачем сделать изображение? Господь повелевает. Вы богопротивники. Ну, с
просто доказать им очень просто. Христос в какой храм пришел? Они даже не знают, какой. Это храм не Соломонов. Это Зарававелев храм. Устройство его, Иезекииля, запишите, Иезекииля. Иезекииля. 41 глава, 17 стих. 41 глава, 12 стих. Христос Бог, он назвал домом своим. Приносится жертвенником, приносится храмом и живущим в нем. То есть живет Бог. Так вот, этот храм был устроен по повелению Божию. И он был весь в иконах. От пола до потолка, внутри и снаружи. И Христос не сказал, что это капище Иллинское. Они заблудшие. Христос был в храме. И Деяния апостолов, 3 глава, говорит, ученики шли в храм. И он весь был с иконами. Без икон храма не было никогда. Они просто думают, что знают Писание. Они Писание очень плохо знают. Ну вот смотрите, вот эта женщина, она была в православии, и вот баптиста, вот это вообще поразительно. Она ничего православного не знала. Что сравнивать, понимаете, ну, ребенка, которому 5 месяцев, с человеком, которому 50 лет. Сектант – это младенец, на первой ступеньке. Он уверовал, Дух Святой его коснулся, и за то, что они исследуют Слово Божие, Господь очищает их. Написано, вы очищены через Слово. Но они не в церкви, у них нет таинства, нет священства. Нет, значит, это не церковь. И поэтому Дух Святой покидает их. Они все делают, как это, бритые в галстуках. Попробуйте, чтобы они не брились и галстуки сняли. Одно это. Уже их не доставишь. Они выполняют все, что масоны делают, особенно в Америке. Это промасонная страна насквозь. Я был, знаю их. И вот баптистам скажите, вы галстуки носите, вы застегнуты, а когда галстук снимаете, зачем расстегиваетесь? Зачем? Вы никогда не добились. Вы в армии везде знаете. Это человек собранный, застегнутый. Все. Он не может ответить, но он выполняет то, что ему говорят внешне. Они посты никакие не соблюдают. Я говорю, если человек ест на соблазне, а вы идите во время поста молочное мясное, соблазняйте православных, не ешьте. Они не будут этого делать. Я знаю, что мясное соблазняет, там свинина, мусульман. Отмените со седьмого дня, я в рот не беру никакого. Никакого, ни птичьего, никакого. Так, минутку подождите. Пожалуйста, да. Ой. Да. С миром. Так, вы откуда звоните? Так, ну и что? В чем нужда-то? Рассказывайте. Так, хорошо, хорошо. Проповедники будут к вам. Но только вы мне перезвоните через час. Я сейчас на скайпе. Через час позвоните. С Богом, с Богом. С республикам звонят, где куда приехать, проповедовать, люди слышат. Новые... Кстати, я... Был у баптиста в гостях, у меня земляк из Бендер, он баптист, 10 детей у него. И вот эта семья Козловых как раз за него молились там. Вот. Знаете, да? Да, да. Вспоминаете? Которые детей наказали. Александр и Людмила. Да, 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 да. Вот, так ему тяжело в тюрьме было, там его обижали. Ее не очень-то. Вот, а ему тяжело было. Вот. Мне так интересно было, я приехал туда, в штат Индиана, а там в школах разрешаются розги. Вот. И родители подписываются, что наказание детей разрешено розгами. А я детей спрашиваю, ну как, кого-то наказывали? Они говорят, вот одного мальчика когда-то хотели наказать. Вот. А я говорю, а что же он такое сделал? Они говорят, он грех совершил. Я говорю, какой же грех? Они говорят, неправду сказал. Представляете, как у них хорошее, какое воспитание у них. Вот, а надо было сменную обувь принести. Он говорит, вот ты принес? Он говорит, да, принес, соврал. Вот, и его перед всеми Библию зачитали, правда, розгами не пороли, но, говорит, он сильно очень раскаялся. Вот, вот такое вот есть там. Ну, вы знаете, основатель детского лагеря, 43 года начальник его. Ага. Лагеря. И у меня тоже существует наказание физическое. Ух ты! Носитель подписывается. А за что? Ну, ребенок матерился. Ну. Я крапиву принесу, положу. Никто его не... Проведи губами. Наказание.
переводчика. Но он уже знает и впредь опасается. Вот-вот. Мальчик ударил девочку. Ну, я его там скажу как, и теперь какое наказание, чтобы он теперь всегда девочку эту охранял. Вы молодец, конечно. У вас куда там... Вы педагог просто и для взрослых, и для детей. Много я вас... по лагерям. Меня... Вы уж простите, что я вас расхваливаю, но просто это... Всеволод меня возил в лагерь там. Скаутский. Да, есть скаутовский лагерь, да, вот а хочу сына своего. Меня и возил туда. Ага. И с ним ездили. Хороший батюшка, молодец. 80 лет ему, даже больше уже. И вот так он еще держится. Ну, молодцом. Давайте, поклон от меня передайте. Спасибо большое, обязательно передам. Мне аж неудобно было спрашивать. Вот, передам обязательно. Так, чудный человек. Давайте. Так, вот у меня еще вопрос. Вот я был на Пасху в Санкт-Петербурге, во Флориде, и там люди одевались, прихожане, в руссконародные одежды такие, кокошник, косоворотка, вот как это, нормально или нет? Нормально, чтобы волосы были закрыты, платье было длинное и руки до кистей. Да, ну меня удивило, это как скоморошничество какое-то, как театрализм какой-то. Это национально, так всегда и молились, и ходили так. Ага. Скоморощество. Скоморощество, когда приходят бритые, скоморохи. Ага. Вы бороды, значит, да, вообще пальцем, говорит, лишний раз не заденьте. Это... Слово даю, да. Не притронусь, не. Господь дал вам. Христос был с бородой, апостолы с бородами, пророки. Все были с бородами. Да, да, конечно, конечно. А вот вопрос, вот смотрите, вот у меня тут волос, он прямо на глаза лезет. Вот можно выдергивать его или не прикасаться? Не трогайте, он не полезет. Он дойдет до скулы и остановится, красиво будет. Ага, конечно. У меня жена любит бороду. Мы в следующий раз с вами сюда придет, и мы вместе побеседуем. Жена сейчас в Бендерах, у меня тесть умер. Вот, и она поехала на похороны. Отец был жутко, жутко неверующий человек. Так и умер без Бога. Он был коммунист, депутат, потом кто он еще там был, это замполит. Короче, гремучая смесь. И когда у нас о Боге заходил разговор, было одно только сквернословие. Вот, и большие очень у нас бои с ним были. Вот так вот он в неверии и умер. Вот, жалко, конечно. Вот, она сейчас там в Бендерах. Похоронила его. Но она тоже очень нравится вот, смотреть вас, слушать. И обязательно я познакомлю вас с ней. А она уж знает про эту церковь белогвардейскую, вот, где Дутиков, отец Дутиков работает. Она постоянно там, так что она больше знает про эту церковь. Вот про прихожан. И, а у меня вопрос еще. Вот, я не знаю, как себя вести вообще в церкви, потому что в церковь-то я, в принципе, и не сильно-то ходил. Все, Библия, да, баптисты, да, свидетели Иеговы. То есть, вот как вообще, вот вы мне, пожалуйста, объясните, вот как я должен себя вести в церковь? Я вот на Пасху пришел, ну, перекрестился. А дальше что? Мне попросили там читать да, там церковь в Санкт-Петербурге, там очень сильная церковь была, еще белогвардейская. Вот. А потом, когда вот стало воссоединение с русским патриархатом, с Москвой, очень многие люди не захотели воссоединяться, и многие отошли. И там храм, красивейший храм, и он пустой. Вот, кстати, вопрос. Можно ли так, чтобы храм был пустой? Потому что они взяли, построили совершенно другой храм, вот, из фанеры какой-то, еще и какой-то такой, обложили его там для видимости кирпичиком. Вот, и туда ходят, а старая церковь православная пустует. Как это так? Почему? Не знаю, они говорят, у нас денег нет, не хватает на ее содержание. Вы не хотели бы ее купить? Они мне задают вопрос. Представляете? А, я с ними поговорил, я бы вопросы наводящие дал. А там сказать, почему? Разницы нет, где ты молишься, в открытом поле, в лесу. Если только это... возможность есть, то должен быть престол, где антиминцы, где совершается литургия. Вот это уже храм.
где совершается литургия, там храм. Это не куб. Это может быть палатка обыкновенная. Мы в военной палатке проводили первая наша литургия. Первая. А первый раз это у нас было такой лес в лесу. И прибиты, поставили столик небольшой, свечки к дереву приклеенные. Мы в храме существует семипоклонный начал. Тоже милостив. Вот сейчас считается место достойное. Святися, святися. Слава Отцу и Сыну и Господи Иисусе Христу ради. Вот это вступительное, что когда человек приходит в храм. Приди, встань где? На правой стороне мужчина, на левой женщина. Вот как у нас. Не, Игнатий Тихонович, там вот такой вопрос. Она вообще ни службы там не ведется, нет, ничего. Я про вас говорю. Как вам в храм заходите когда? Ага, да. Тогда ничего в храме не покупайте. Понял. Если они не воскресли. Ставьте. Они должны быть только чистые восковые. Должны быть в храме каждое воскресенье. Потому что есть канон. Если 2-3 раза ты не был в храме, то возразительные причины. Канон. Тебя уже отмечают от церкви. Если другого времени нет, желательно каждую субботу и воскресенье. Ходите пораньше, встаньте где-то в уголок и молитесь. Не смотрите, что не нужно. И молитесь, что Бог дал истинное служение священнику. И помните, за неделю благодарности Богу выразить. Вот у нас, видели, как мы заходим за 7 минут все в храм и молча стоим, 7 минут молимся. А потом уже батюшка открывает царские врата и начинается богослужение. А вот, батя, скажите, пожалуйста, мне, Игнатий Тихонович, вот там иконы есть. Мне вот целование икон надо делать? Не или надо. Не ходи никуда. Но если вы выходите к священнику, и в это время перед священником на лое лежит там Евангелие, крест или икона, тут один раз приложитесь. Ага. Один раз. Никуда по стенам не ходите. У нас ага. Но я легко докажу, что от честь, которая относится к иконе, мы относим ее к первому образу. Этого бояться не надо. Но у нас так принято, что по иконам, по стенам у нас люди не ходят. Это запрещено. А вот есть иконы, есть великомученики, вот как к ним относиться? А разницы то церковь не делает, какая бы ни была она. Если она законная, святой, канонизирована, она икона. Иконы вообще называются любое изображение. А это называется по-немецки Heiligenbild, святое изображение. Ага. Вот у нас как Библия, а у них Heiligenbild, Библия. Видите как? Святая Библия. Вот так и произносите изображение. Священное изображение. Херувимы помилены, а идолы уводят. Потому что это как раз вопрос сложный в том, что вот эта баптистка меня постоянно, она говорит, что же вы делаете? Она говорит, вот был простой человек, и вот у него мученическая смерть, допустим, или еще что-нибудь, его в лик святых возвели. Что же это такое? А вы берете и поклоняетесь человеку идолопоклонничество. Ну, не поклоняйтесь. Это ваше не дело. Поклоняться. Вот есть... Я, например, поклоняюсь, я объясню это легко. Любовь. Написано, видел я души же под жертвенником. 5 глава, там 4 стих. Так должно быть в Откровении. Значит, они живые души, и они вопиют, они знают, что на земле происходит. Дальше, в 12 главе, послание к евреям, Павел говорит, мы приступили... Спрашивает, иди на место Иерусалима, вы как... отвечает как? Молитвенно. Иисусу Христу. Знают, как я говорю, а к духам праведников как? Не к праведникам, а к духам праведников в родительном падеже. То есть духи, которые принадлежали живущим праведно. Мы приступаем как? В молитве. Георгий Победоносец, святой, моли Бога о нас. Святая великомученица Варвара. Мы приступаем, а вы не приступаете. Они... Они из Библии вырывают отдельные стихи. Это узость. Библия так не повелевает делать. Так, тогда вопрос еще один. Как же Николай II, его канонизировали, и вот как мне к его лику обращаться, если, допустим, я увижу? Что-то святой. Церковь канонизировала. Из всех, которых канонизировали, я никогда не подойду к Иосифу Вологодскому. Это русский Берия был. Сталин.
Он же это животных над животными издевался. Я там прочитал такое про него, что. Что не животными, это другое. Он требовал казни еретиков. Там Башкина, других. Угу. Ясно. Вот, а вот у меня вопрос такой. А вот устанавливают буквы на Пасху Х и В. Христос воскрес, вот на Пасху. Вот это как? Это правильно или неправильно? Где выставляют? В храме? Да. Ну а что? Разве ну, Не, неплохо, мне непонятно. А что непонятно? Ну у нас полностью написано Христос воскрес. Почему спрашиваю? Потому что я когда в этом Санкт-Петербурге на Пасху в церковь приехал, и там начали эти буквы устанавливать. А они что-то там не устанавливают. И, короче, эта служба затянулась до невозможности. И эти буквы не стояли, они боялись, чтобы люди не подошли и не упали на голову. И долго они что-то там мучились, потом в конце концов что-то там придумали и установили, думаю. Ну ладно, это вопрос никакой. Знаете, хорошо. У нас икона, между иконами у нас места Священного Писания. Вы если наши ролики смотрите, то вы увидите. У нас некоторые необычности, но они не противоречат православию. Вот у них есть Евангелие на славянском языке, на аналое. А у нас лежит Библия на русском. Полная Библия. Игнатий Тихонович, конечно, связь не очень хорошая, потому что то есть, то потом прерывается. Да. В принципе, это вот, я вас расслышал. Ну, вот, давайте заканчиваем тогда. Может, задание только внизу напишите в ролике, чтобы я увидел, что. А то бывает я в огороде или где-то на улице. Конечно, Игнатий Тихонович, перед тем, как я буду выходить на связь, я буду печатать, можно ли выйти на связь, да, правильно? Я вам отвечу. Вот. Вы ж извините, что это вот, я... Запиши, с 3 до 17 по Москве. Да, да, у меня написано, Ну, отходите, с Богом, включайте. До свидания. С Богом.